50. Однолетняя Лера Кудрявцева как-то призналась, что почти не появляется на публике без профессионального макияжа или компьютерных масок, если речь идет о соцсетях. Звезда честно сказала, что ей не нравится видеть себя не в лучшем виде, ведь лет ей немало, а на телевидении она смотрится очень молодо, благодаря визажу и правильному свету. Также не так давно выяснилось, что Лера Кудрявцева использует для пышности накладные пряди. Этот момент рассекретил Сергей Лазарев, который во время шоу «Песня года» случайно сорвал с головы соведущей наращенные волосы. Лера Кудрявцева тогда постаралась перевести все это в шутку, а сейчас и вовсе показала в соцсетях видео в натуральном виде, без обработки и наращенных волос. Что скажете? Делитесь своими впечатлениями в комментариях.